уважаемый многократный чемпион мира, двухкратный олимпийский чемпион Юрий Михайлович Поярков, уважаемые члены организационного комитета, парад участников международного юношеского турнира в памяти Марии Александровны Черницкой построен для торжественного открытия соревнований и представления участников. Больно! Приветственных от организационного комитета и попечителей этого турнира. Мы сегодня, уважаемые друзья, любители тенниса, родители, дорогие наши дети, открываем по счету 28-й турнир памяти Чернецкой, которая была у истоков развития тенниса в городе Харькове. Нам очень приятно, что этот турнир получился у нас довольно представительным. Мы рады приезду сюда наших гостей из ближнего и дальнего зарубежья. Мы желаем вам хороших стартов, успехов в спорте, крепкого здоровья всем-всем детям. Мы хотим, чтобы эти соревнования повысили вашу квалификацию и чтобы ваши мечты участия в этом замечательном виде спорта сбылись для того, чтобы поднять высоко знамя как ваших стран, так и отдельности этого вида спорта. Спасибо вам. Дорогие дети, дорогие зрители, я не знаю, как все присутствующие, я очень волнуюсь, но так или иначе говорить нужно меньше. И поэтому Юрий Михайлович сказал, что прибыли гости из ближнего и дальнего зарубежья. Но, как показывает практика, вот это дальнее зарубежье уже нам стало ближним, или, будем говорить, близким. Поэтому я представляю слово нашему большому другу из Югославии, Лазару Бакачевичу, генеральному секретарю Федерации тенниса Югославии. Прошу, Лазар. Дорогие приятели, во имя Теннисовой ассоциации Сербии и Югославии большое спасибо, что мы опять получили приглашение на ваш турнир. Надеюсь, что мы еще много-много год придем к вам. Я хочу просто сказать спасибо организаторам этого прекрасного турнира и всем участникам желаем много успехов. Спасибо вам. Как всегда, слово имеет дочь Марии Александровны Черницкой, которая обратится к юным участникам с приветственным словом. Прошу, Инна Александровна. Дорогие друзья, поздравляю вас с открытием международного турнира, который носит имя моей мамы, Марии Александровны Черницкой, человека, безумно влюбленного в теннис и очень много сделавшего, чтобы вы стояли здесь такие красивые, нарядные, жаждущие побед. Я всегда традиционно, хоть и волнуюсь, но всегда традиционно говорю о том, что этот турнир существует, потому что существует одно из самых прекрасных человеческих качеств – это благодарность. Вот этот турнир организован учеником Марии Александровны, которого вы здесь видите, Валерием Бурко. И традиционно я всегда желаю, чтобы это великолепное человеческое чувство жило у вас по отношению к вашим тренерам, чтобы ваши тренеры и те, кто в вас все вкладывает, дождались, чтобы их имя вечно жило в памяти. Я хочу, чтобы стучали здесь мячи вместо выстрелов, чтобы турнир шел ракетками, а не пушками. Я желаю вам побед и мира во всем мире. Добрый путь. А сейчас переходим к представлению участников нашего турнира. Итак, гости из Сербии, из Югославии, из Белграда.
Любича Аврамович. Мия Дегович. Марта Симич. Илона Митич. Сегодня к нам из Москвы, из России, которая празднует День независимости, прибыли Александра Костикова из Киева, Олеся Крепиношка оттуда же, Надежда Гладун, Александра Кравец из Киева. Из Симферополя к нам приехала Евгения Сафранская, из Одессы Ирина Бородина, из Ялты Татьяна Шахмурадова. Из Донецка прибыли Ксения Орехова, Юлия Бегельзимер, Юлия Орел и Елена Дементьева. Из Макеевки Анна Маркович, из Кривого Рога Валерия Бондаренко. У нас в гостях тренеры, которые воспитывают подрастающее поколение. И из России, которая празднует не только День независимости, а теннисная Россия празднует победу Евгения Кафельникова, выигравшего, по сути дела, один из турниров «Большого шлема». Павел Иванович Перевозкин из Москвы. Алла Георгиевна Кузьменко из Молдовы. Мария Израилевна Шмагина из Москвы. Из Ялты ребят привез Борис Юрьевич Шахмурадов. Из Симферополя наш большой друг, один из лучших тренеров бывшего Советского Союза, Михаил Дмитриевич Щербаков. Еще у нас из Ялты и из Крыма огромное представительство. Мы говорим о том, что Крым не украинский. К нам приехал сегодня Александр Васильевич Соловьян. Давайте поприветствуем его, старейшина тренерского корпуса Украины. Из Северодонецка прибыла Нина Ивановна Рыбалка, мой давний микстер. Поприветствуем ее. Из Донецка Геннадий Борисович Орехов. Я уже говорил, что из Сум прибыла Ольга Николаевна, только я ошибся, Лахтина, она была в Харькове, в Сумах Ковторян. А тут, оттуда же из Сум прибыл Геннадий Васильевич Маландеев. Из Киева Олег Игоревич Кривошеев. И бывший харьковчанин Валентин Петрович Слюсаренко, живущий сейчас в Москве, поприветствуем мы его. Поздравим его с открытием турнира в нашем школьном городе Харькове. Я не могу не поприветствовать гостей нашего турнира. К сожалению, у нас нет спонсоров. Это, в общем-то, название сейчас модное, но мы за модой еще не угнались, хотя вроде все, в общем-то, визуально у нас нормально. Но у нас есть добрые наши друзья. И, как говорят в народе, с миру по нитке мы все-таки выживаем. Надеемся, что будем жить лучше. И я не могу не поприветствовать здесь тех людей, которые так или иначе, приходя к нам, оказывают нам любую поддержку. Прежде всего, самую главную. Это поддержка моральная. Я хочу отметить здесь и Юрия Яковлевича Помазана, который не первый год, работая в теннисной федерации в областной, помогает нашему теннису. И Виктора Петровича Нечипаренко. И Леонида Иосифовича Ермака. Я не могу не сказать о том, что наш прекрасный университет сегодня присутствует здесь, хотя, к сожалению, не приглашенный ректор, не проректор не нашли возможности и времени прийти сюда, посмотреть на праздник юности на нашем стадионе. Это наш упор прозвучит и им. Но спасибо заведующему кафедрой,
физического воспитания и спорта, значит, культуры физической, бывшему чемпиону, а бывших не бывает, значит, чемпиону Советского Союза по велосипедному спорту на шоссе. Вы представляете, что это такое? Быть на шоссе чемпионом всего Советского Союза, когда рядом катилка питонов. Это очень много. Итак, Эчкинко Николай Павлович, Коля Эчкинко, такой же молодой, как всегда. Его коллега, мастер спорта по прыжкам в высоту, юноши и девушки, дети, теннисисты, посмотрите на него. Демченко Владимир Александрович, коллега Николая Павловича Эченко, председатель спортивного клуба. И мы должны поприветствовать сегодня очень многих людей, которые сегодня сюда пришли. И, естественно, из университета прибыл профессор Евгений Михайлович Воробьев, большой любитель тенниса. Поприветствуем его. Я не могу не назвать в числе наших друзей и Ивана Ефимовича Саратова, которые оказывают большую моральную поддержку не только нашему клубу, но и нашим членам нашей сборной команды. Его внучка Милена Корниль, чемпионка Украины прошлого года. Мы должны поблагодарить Ольгу Викторовну Пятунину, которая оказывает нам не только моральную, но и любую другую символическую поддержку. Я хочу назвать имена многих других прибывших сюда наших гостей и директора теннисного клуба парка имени Горького Андрея Владимировича Алиференко и, к сожалению, уехавшего в командировку президента акционерного общества «Слобода» Петра Андреевича Ющенко и заведующего одного из отделов управления внутренних дел нашего города Евгения Григорьевича Зубкова и начальника такого же отдела Николая Ивановича Точку и старшего научного сотрудника университета тех же внутренних дел Владимира Алексеевича Ревенко. И сегодня, в связи с тем, что турнир у нас международный, на наш праздник прибыл заведующий международным отделом Харьковского городского исполнительного комитета, бывший воспитанник нашего университета, уважаемый Михаил Георгиевич Станчев. Я думаю, что из нашего спорткомитета сегодня мы увидим и председателя Виктора Петровича Христоева. Я думаю, что к нам на турнир заглянет и Владимир Андреевич Шумилкин, председатель районного исполнительного комитета. И в заключении, вас так много, всем вам огромное спасибо, но в заключении хочу сказать о том, что у нас есть не только наши близкие друзья, но и друзья, которые приехали к нам все-таки издалека. И поэтому Милану Паевичу, директору компании «Ислав Инвест», тому из югославов, который, работая в нашей стране, в общем-то, снискал большое уважение и авторитет, я надеюсь, мы все его поблагодарим аплодисментами. О нашем большом друге Лазаре Бакачевиче я уже сказал, поэтому, дорогие товарищи, все зрители, которые пришли сегодня к нам на праздник, это действительно наш большой праздник. Спасибо вам. Сейчас для вас наша юная поросль, те дети, которые здесь подготовили для вас маленькое теннисное шоу, покажут вам, на что они способны. Читать о них, ну, я думаю, через
7-8 лет, если у них хватит терпения, способностей, а у родителей хватит напора и средств материальных в наше время. Вызвало оживление мое замечание. Так вот, этим детям, которым от 5 до 7 лет, и которые занимаются теннисом примерно около 3-4-5 месяцев, может быть, чуть меньше, чуть больше, их будущее впереди. Их финты уже сегодня видны воочию. Посмотрите на то, чему они научились. Спасибо, детки, учитесь. Даже дедушка Ленин говорил, учиться, учиться. Эти дети, некоторые из них победили в нашем смотри-конкурсе, который у нас проводится ежегодно в феврале месяце. И вот это бьет, по-моему, Максим Атаманов. Видите, какой финт умеет делать. Один из призеров, лауреатов смотра-конкурсом. Серьезно. Женя, улыбнись. Во время шоу это можно. Сцепив зубы, играет. А вот Антон Водотыка. С Миленой Корниль играет сейчас Андрей Ткаченко. Ну, усердие вы хотя бы видите на их лицах. И Иван Карасев, ну Ванечка, естественно. Чуть дальше играет Полина Тишкина, почти фотомодель. И с ней рядом следующая Кристина Кальницкая. Я вот не знаю, на каком конкурсе выиграла Тишкина. На нашем смотре конкурсе у теннисистов или в Париже на конкурсе фотомодели. Ваня Карасюк. Спасибо. Поблагодарим. Курочка, как тебя зовут?
Вова Курочка, первый победитель. Олеся Гребеножка из Киева. Оля Логвин, харьковчанка. Самый мощный из теннисистов Лобода. Один москвич попался всего. Смотрите, целый десант москвичей высадился в Харькове. Я победил один москвич. Баглачев Саша, День независимости России. И кто еще? О, и из Латвии. Ляшев Александр выиграл смот-конкурс «Рига, Латвия». Прошу. И Вася Маландеев из Сум. Спасибо большое всем участникам, естественно, зрителям. Может быть, у нас что-то было не так, но повторяю всем. У нас сегодня ежегодный большой праздник. Спасибо вам, что вы пришли. Несмотря даже на то, что вас многих обязали это сделать. Вы посмотрели на наших детей, посмотрели на, в общем-то, наше будущее. Спасибо всем, всего доброго, снова играет музыка. Прошу, Сергей Леонидович. Я прошу слова, не плановое слово. И было бы неправильно, если бы сегодня я или кто-то из нас не вышел сюда и не сказал вам о том, о следующем. Дорогие дети, все дети, уважаемые тренеры, родители, господа приглашенные, сегодня у нас двойной праздник. Один мы сначала посмотрели, но есть у нас и второй, очень важный для нас всех присутствующих здесь праздник. Сегодня день рождения нашего дорогого Валерия Львовича. Это действительно специально запланировано Валерием Львовичем. Во всей своей красе. И мы сегодня хотим всем нам, вам сказать, что в его лице мы имеем прекрасного администратора, чудесного организатора тренерско-педагогического коллектива. Его любят, уважают дети. И мы, родители, очень ценим. И я думаю, что мы все сегодня во всей душе поздравим с днем рождения. Пожелаем счастья, здоровья и новых спортивных побед. И вы сегодня все можете подойти к нему и пожать руку, он вам умрет. А сегодня вы все, дети, кто желает, все подойдите и пожмите нашему шефу. Теперь вы все видите, какой я прекрасный режиссер. Спасибо, спасибо большое. Дима Валерий Львович не очень прекрасный режиссер, поскольку мои слова не были запланированы. Мы давно дружим с Валерием Львовичем. Вот. Я хотел бы от художников Харькова поздравить его с его праздником. Вот. И вручить теннисную ракетку совершенно неожиданной конфигурации и формы. Я думаю, теннисисты еще такой не видят. Спасибо большое, но сегодня праздник, в общем-то, у всех вас, и папы с мамами, тренеры и дети. Еще раз спасибо, завтра бой, завтра продолжается первая сетка и начинается вторая, поэтому главный судья Игорь Юльевич объявит вам следующее расписание на завтрашний день. Прошу, Ярина.